Олег прикатил. Олег Владимирович. Что? Здорово. Здорово. Как она, ничего? Да ничего, потихоньку. Чем занимаешься? Да, отдыхать она любит. Кто? Ленка. Я говорю, ты чем занимаешься? Сейчас ничем. При чем тут Ленка? Ну чё... вот, только недавно приехали. Что делал сегодня? А? Что делал сегодня? Да там ей по дому помогали, матери ее. В завязке. Помог? Помог. Что делали-то? Да там то сарай, что лишнее повыкидывали. Порядок, в общем, наводили. Поэтому ты сегодня ко мне не пришел? Ну да. Да я и к прянику даже сегодня не пошел. А. Вот я то тебя жду. Прискакивай. Завтра по-любому. У меня вот осталось тут доделать. Ну да. Там-то видовое продергалось. Ну. А так нормально все, да? Да. Успели за день навели порядок, как положено. Вот еще в субботу съездим. Машину найду. Чтобы вещи перевезти. Ну совсем? Все с концами? Ну да. Привет, Люд. Что ж там много приданого? Да хватает. Да? Забьешь всю хату? Что там есть интересного? Где? Советский? Ну. Глушь, блин, сплошная. Глушняк? Ленка нравится, наверное, здесь у нас, да? Mm. Ты хоть выводи ее когда-нибудь на прогулку, Олег. Ну, мы вчера гуляли. А то закрыл ее там в заточении. Я говорю, вчера невесту гуляли. Невесту свою ненаглядную. Вчера гуляли? Yeah. Где? В парке были. А что-то я вас не видел. Не знаю. Это во сколько был? Я сам не помню. Не помню. Молодец, блин. Заходи, будь ты гулять мимо. Кофе попьем на улице в беседке. М? Да завтра заем. Забиваю ее. Яблочко рубани, Олеган. Не хочу, я уже объелся. Яблоня красавица. Дай себе орешку сами послить. За сегодня первая сигарета сейчас будет, выкурю. Не курил сегодня? Не. Бросаешь? Потихонечку. Надо сокращать. Чуть уже много денег на них, на сигареты только уходит. А там и смотри, совсем бросишь. Постепенно, но не сразу же, конечно. Все правильно. Лена не курит? Нет. Она и не курила, да? Или бросила? Она вообще не курит. Ну, правильно делает. А сейчас здесь ДТП чуть не было. Да ты что? Ну, разъехались. Успели? Ну, это отсюда вылетать. Вон он опять, дебил, вот, летит. Опять летит? Вот на этом перекрестке было. А еще какая машина? Семерка, по-моему. Да, семерка. Темный. Здравствуйте. Темно-вишневый цвет. Ну, он успел тут по тормозам дать. Семерка с Лада Грантой. Ты объехал? А я вот тут вот стоял. Возле музыкалки. Чё ж там Ленка как готовит хоть? Да. Чё сегодня приготовила? Ну сегодня это плов на второе, а на первое борщ. Ух ты! Молоток, Олег. Я и смотрю, ты жирный какой-то стал. Раскормили тебя там. Чё я жирный? Ничего, нормально. Ты там в завязке дверь сними и дверь привези себе, вставь, Олег. В Лениной комнате, она ей теперь там не нужна. Дверь прибабахай себе. Дверь такая. Чего же у тебя хата вся проходная? Там надо это. Вон он. Пойти у Коржова. Поднакопить денег, купить такую.
мешком. Ну, и замок врезай. А он замком там. С замком тем более. Или занавеску пока сейчас повесь. А она висит у меня. Повесил? Да. Портрет на месте? Да. Тоже висит. Прямо на нас смотрит. Анжелка? Ага. А, Олег. Моя Анжела, да? Как себя чувствуешь? Не болеешь, ничего? Так, слегонца есть. Есть, малёх? Я так и знал, что ты хвораешь опять. Да она вроде, знаешь, и ничего, блин. Чего я вчера полторушку выпил? Отойди в сторону, люди идут. Ну-ну. Туда, ближе к вечерку, перед сном. А почему не позвонил мне с батиного телефона? Вчера сказал, приеду, позвонил. Когда я тебе двух... А он на работу ушел. Ну, а кто дома был? С материного? А у матери... С Ленкиного? Со своего, со старого, Олег? Почему не набрал? Погоди, я тебе вчера скидывал. Наверное, ты не домой попер вчера, да? С пивом. Здравствуйте, здравствуйте. Подписчикам привет. Ой, спасибо, Наталья, да. И тебе тоже. Наташенька, привет всем ребята, передает. Я тебя смотри, у тебя за вчерашний день есть пропущенный, до хрена. В то время, когда ты уехал с пивом, не было ни одной смс. Не знаю. Ты домой поехал вчера хоть или куда? А куда же еще? Я как домой зашел потом еще. Ты просто не хотел ехать. Я видел, Олег, ты домой ехать не хотел, и поэтому я подумал, что ты куда-то в другую сторону чухнул. Не, я дом был. Ну и ладненько, тогда нормально. Тогда я за тебя спокоен. Привет, Вик. Тогда я спокоен, Олег. Так. Что там ищешь? Иди просматриваю. Что с тобой? С айфоном что? И это сбилось. Он настраивает. Кто настраивает? Симка там ни при чем. Ты труба дома, я надеюсь? У Белоглазого Андрея. Завтра выбирать его. Забирать уже? Да. Сделал? Ну, он звонил мне. Настроил симку? Там на какую-то кнопку нажал в кармане, и она вот этот сбой дала. Надо этот браслет как-нибудь купить, чтобы... Чтобы ничего не терять? Ну да. Вот так, через плечо. Если терять, то сразу всю барсетку со всеми приборами. Нет, она или такой вот, что сюда, она как это, крепится, на, как на ремне. Да надо, все оно надо, Олег. Вот это зашел бы, это, в покупку. Там есть барсетки. Такие? Да. Ну, дорогие, блин. Че, почем? 450. 450? Угу. Кожаная? Она как кожа-заменитель, что ли? Кожаная будет стоить, блин. Сколько? Да я же откуда знаю. Бычками разбрасывайся, Олег. Да не. Сам машина... убирал здесь, бычки кидаю. Не, а я же не тут, не вот. А тут, а там она куда улетит? А сейчас машина все равно же будет. Ну и куда? К бордюру ее прибьет. Будет у бордюра. Потом плавать по лужам. Не будет. Вворачивайся, наверное, ты в сельсовет назад, Олег. Да не берет, блин. Не берет? Молчит. Ну ничего, я попробую тирануть. Если пить не будешь, сказали, возьму. Это к этому надо. Деточек. Да разберемся там. Ну что, я мыть ноги и спать ложиться. Ты что? Да не знаю. Домой, наверное. Домой? А что делать? Да домой, Олег, конечно. Женек молодой. Хватит бродить. Надо семье тоже время уделять. Ну да. А? Пойти лимонадик взять, наверное, себе. Да мороженку. Пойдешь? Да пошли.
С великом не расстаешься, да, Оля? На нем быстрее. Когда синий тоже идешь, и вроде со стороны не видно, да, шатает, не шатает. Велосипед тебя держит. Я прав, Оля? Он мне везет. Везет. Пускай так и будет. Здорово ты придумал. Без велика уже штормило со стороны в сторону. Да не. А? Че, не? Не штормит тебя никогда? Не, я в одной паре становлюсь. И все. В одной паре? Ты что ж не работаешь здесь сейчас? Ну, видишь, я порядок навел, прибрал. Ну, навел, я вижу, что навел. Завтра мне ребята будут здесь. Ты тоже придешь? Да я тут до обеда, может, побуду. А ко мне когда? Да могу и с обеда их. Ты мне уже неделю обещаешь, Олег. Нет, с обеда могу. С утра и так и нихуя. До обеда могу у тебя. Ну, с обеда сюда. У меня там час-полтора делов, ты сам видел. Там не осталось-то. Ну, добить. Пока я не выйду. А? Выйду, ну, да. Куда ты? Да вон, смотри, на это, на ящик. Вывезли там все. Ну, каждый все. День вывозят. И с утра там как раз будет пусто. Забьешь его, опять вывезут. Мы-то за мусор платим. Правильно? Ну, прям склянь с горой был, блин, забитый. Как накидал я это. Ну, там уже и было до этого, ты понимаешь? Да там было вот так вот, от дна, блин, внутри. Да? А что, лимонадик взять себе? Да мороженку тебе взять? Кого? Ну, кого? Кого-нибудь. Да возьми что-нибудь. Чего ты хотел? Не знаю, чего. Ты вообще чего хотел? Не знаю, Сань. А? Ну так, на сон грядущий. Так можно было немножко, в растяжку. В растяжечку? Ага. Империальчик? 0,5? Да можно 0,5. 0,5 для сна прям самый нормальный. Сны будут хорошие сниться. Ну, да. Чтобы не переборщить. Правильно? Ну да. Ну, сейчас возьмем, Оля. Сейчас все возьмем. Что ж вы там не собирались-то идти? Расписываться не собирались? Когда вы на какой день планируете? Разговаривали? Пока подождем. Кто, Лена говорит? Я говорю, месяцочек подождем. Месяцок? Подсобирать на свадьбу? Ну да, чтобы было просто. И вещи как раз сейчас обжиться, ну, да, перевезете. Я понял. Через месяц точно, да? Ну да. Раз вот ты серьезно вещи перевозишь, значит серьезные намерения, правильно я понимаю? Да, естественно. Угу. Ну и пойдет. Это у нас сейчас что? Где-то в середине октября. Ну да, где-то. После моей днюхи, наверное, Олег. Да? Еще на твою днюху поеду. Посидим. 13-го. Да посидим, а чего же не посидим? А потом расписываться пойдете. Через денек-другой. Где-то числа 15-го, да? Ну да, где-то так. А надо же заранее заявление подавать, ты в курсе? А? Да вон можно подать, а как раз подсчитать по времени. Через месяц как раз будет готово, все верно. Давай, наверное, завтра, послезавтра там планируй, пойдем подадим, как положено. Я тебе покажу, куда идти. Да я знаю, там его. Знаешь? Был, да? Ну и пойдет. Давай так, Олег. Матери с отцом говорил?
Нет еще пока. Про женитьбу не говорил? Пока нет. Почему? Потом пусть будет сюрпризом. Сюрпризом? Когда уже подадим. А им понравится такой сюрприз? Ну, а почему нет? Может, они не готовы к этому так быстро? Да, ну, наоборот, они ждут. Когда? Когда дети пойдут. Ты же в больницу ходила, все? Ходила, стала на учет. Стала на учет? Сколько там поставили? Время, какой срок? 3 недели пока. 3 недели уже? О, не светили еще, ничего там, кто-то, мальчик, девочка? Не знаю, там вот, вот сейчас на 4-й неделе в конце будет, там уже известно будет. Ну, а имя придумали? Mm-mm. Тоже еще не думали? Нет, пока еще. Ну, это что, его долго, что ли, придумать? Надо заранее, Олег, почитать, какие имена подходят. Я думаю, Афанасий подойдет, если сын. А дочь как? Либо Кристина, либо Полина. Либо Полина. Пойдет. Пойдет, Олег. Ну что, пошли за лимонадом тоже. Его пока очереди нет. Ну. Заказывай пока, Олег. Я себе возьму лимонад и мороженое. Себе и супруге. Привет. Олег, тебе что, бери. Я себе возьму. Бери, бери, что надо. Что ты стоишь, подходи. Я уже заказал. Сигарет нету, Олег. Вот какую возьмем? Простоквашино. Есть. Вот еще, да. 380. Сейчас переведем. Пиво посчитала? Пиво посчитала? Забираю, да. Мои бери тоже. Сейчас переведу, Юль. Ну что? По домам стартуем? Да? А что делать? Все. Ты завтра что? Все, завтра приду. С утра? Делают. Конечно. С утра приходи. Сразу приходи с утра. Воды? Ну да. К скольки придешь? Да часиков 8, наверное, так. 8? Ну да. Пойдет. Как раз до обеда я и успею. Ну да, а потом сюда на работу, на фикс прайс. Правильно? Давай водичку. Оба. Ну все, Олег. Угу. Бывай. Смотри, не заблудись нигде. Так да, у меня сигаретку одну надо. Опять сигаретку? А, ну ты же мало куришь. Поэтому не покупаешь, наверное, да? Да это завтра сейчас возьму. Бросаешь, да? Понял. Ты как Владимир Иванович стал бросать. В смысле? Свои бросает, а чужие курит. Нет, а Олег? Нет. Не? Ну ладно. Да у меня есть, я свои курю, а он нихера. Давай, привет семье. Давай. Будь здоров. Так, ладненько, давай, поехали. Давай, Олег. Не забудь завтра, в 8 жду. Хорошо. Всем доброго времени суток, друзья мои. Ну вот, Олег на ночь истории нарассказывал. Дай бог, чтобы все так и было, как он говорит.
ничего не поменялось. Приглашаю в инсту, телегу, ВК, одноклассники. Заходите по ссылочкам. Все ссылочки в описании профиля на главной странице. Найдете. Здоров. Там тоже едем потихонечку. Ну и всем привет из станицы Преображенской. Всем доброй ночи, хороших снов.